опасное хобби. В Закарпатье селяне напали на грибников. Около 10 человек приехали в поселок Свобода из соседнего района. Местные жители избили приезжих и разбили их машины. Трое с сотрясением мозга, ушибами и переломами сейчас в больнице. В Межегорской райадминистрации уверяют, что конфликт спровоцировали приезжие. Они якобы были пьяны и пытались забрать у местных детей собранные грибы. Возмущенные селяне решили проучить гостей. И сейчас полиция выясняет причины этого инцидента. Відомо, що близько 10 чоловіків поїхали з Виноградівського, Міжгірський район, збирати гриби. Виник конфлікт між двома групами осіб. Мало ли, що стало причиною цього. Тобто, могло б один одному не сподобатися, могло бути якісь висловлювання. Тобто, от саме зараз все і встановлюється.